15 апреля в зале заседаний районной администрации прошла сессия Совета муниципального образования «Северский район». В ней приняли участие исполняющие обязанности главы муниципалитета Марина Наумейко, заместители руководителей служб, депутаты и общественность. По традиции в начале сессии поздравили и наградили почетными грамотами именинников. Также благодарственные письма вручили активным председателям органов территориального общественного самоуправления. На встрече народные избранники рассмотрели вопросы о местном бюджете мандатной комиссии Совета и ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ. С докладом об изменениях в генеральный план Северского сельского поселения выступил заместитель начальника управления архитектуры района Сергей Сугак. Это вмещение жилого микрорайона малоэтажной и среднеэтажной застройки по улице Западной напротив старого кладбища существующего площадью 30 гектар, в котором планировка и застройка предусмотрено размещение детского сада на 320 мест, школа на 1500 мест и плавательный бассейн, а также другие необходимые жизнеобеспечивающие объекты коммунального и транспортного назначения. Также депутаты рассмотрели ряд вопросов о списании основных средств. Подробнее об этом присутствующим рассказал заместитель начальника управления имущественных отношений Сергей Радьков. Депутаты утвердили перечень свободных земель для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, и размеры земельных участков для организации сельской усадьбы.